все благодарственно объекти, радости, исполнили Естися, Спаси наш, пришедший спасти мир, и воздействующий источник милости, подобен от Богородицы, принцы энергии, согрешившие, еле яко безносилу твою, на тебя побывающие, радости в объекти, яко же некогда Гавриил бесплодный, как и стратих. Господу помолимся, Господи помилуй. Слава стая прости Божьей, и наша помощь, и помощь, и свои жизни, и тебе дни, и видни, и родни, и еще в ней, и на цену прости, и помощь. Он Господин, кех ерим, он всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему, плоти нашей, и не уклони сердец наших по словеса или помышления, лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, так Тебе всегда взирающий, вежа от Тебе света наставляем, Тебе неприступного и предпослушного зрящий света непрестанно Тебе исповедание и благодарение усылаем, изначальному Отцу среди народных Твоим Сыном, всесвятым и благим, животворящим Твоим Духом, и непризнанный во веки веков. Аминь. Прошло почти 5 лет с того момента, когда святейший патриарх Алексий II и высокопреосвященнейший митрополит Лавр подписали акт о каноническом общении между Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью за границей. И после подписания этого канонического акта произошло первое совместное богослужение за все годы советской власти. Именно Святая Евхаристия соединила и примирила ранее находящиеся во взаимном отчуждении две части русского мира. Все верующие восприняли это с великой радостью. Без сомнений, это величайшее событие совершилось по молитвам святых новомучеников и исповедников российских.
Кроме того, даже находясь в разделении, мы были едины в главном – в сохранении догматов православной веры. И сегодня в нашей Барнаульской епархии более большое знаковое событие. Мы вместе с вами молимся у престола, мы причащаемся от единой чаши. Это величайшее событие – знак примирения русских людей. Мы оставляем разделение и недоверие, и мы видим перед собой великое поприще, когда мы должны приложить совместные усилия. Наш уставший за годы разделений и разрухи проблем народ жаждет прозрения и утешения вере. Для сомневающихся в эти ноябрьские дни имеется великое свидетельство. Не тысячи, а миллионы людей, жителей, устремляются к великой святыне, к поясу Пресвятой Богородицы, который сопровождали иноки, насельники Святой Горы Афон Ватопецкого монастыря во главе с игуменом обители архимандритом Ефремом. Эту жажду веры в наших соотечественниках мы должны согревать и наполнять истинным ведением Бога, осмыслением служения Ему и хранением заповедей евангельских. Это великое поприще для нашего общего соработничества. Дорогой Владыка, в память о нашем богослужении примите от нас в дар святую икону святителя Макария, митрополита Московского и Коломенского, который подвязался более 40 лет на сибирской алтайской земле, после чего был направлен на служение в первопрестольный град Москву для того, чтобы стать митрополитом московским. Мы верим, что его ходатайство, его того, кто десятилетия проповедовал в алтайской духовной миссии алтайскому боголюбивому народу Христа Спасителя, поможет и нам, нашим общинам преодолеть те распри и нестроения, и видя это единство, евхаристическое общение, взирая на образ святителя Макария, миссионера, проповедника, поможет и нам вместе всегда нелицеприятно говорить «Христос посреди нас» и отвечать «И есть и будет». Дорогой Владыка, примите святой образ, все в память об этом нашем богослужении. И пожелание вам благодарных даров, слова благодарности, что вы сегодня с нами. Благодарю вас, Владыка. Как ее? Как монахиня? Не знаю. Вот она говорит, не надо. Нагреть не надо, подонок. Сатана. Подонок, сатане. Что же она? Господи, поразительно. Мерзавца, поразительно. Бандитирует сатаной. Ты отвали, а? Дай палку, я ему ее по башке. Мерзавка. Дай палку. Ты падай. Мерзавец. Боже Христос, порази подонка. Всей его мерзостью. Подонок, что там по вашему ходит. Записывай, как это. Подонок. Подонок. Поразит потом, съесть его нервы. Вот здесь.
на дорожке. Вы не можете пройти, разворачивайтесь сюда. А что такое? Если вас приветствуют, если вы сказали, что вы спросите, то вы спросите, что вы спросите. Воскресенье? Сегодня воскресенье, мало опасно. Воскресенье. Знаешь, что сегодня воскресенье? Да, и благословение. Какому плоду тебе дал? Божьей Владыке протянешь, чтобы ты узнал, что ты Господине нашем, Преосвященнейшем епископе Максиме,
Чистим пресвитістю Христідіотовсти, о все прийшті люди, Господу помолимся. Господи, помилуй. О Бога, храни в стране нашей властях и бойствия, Господу помолимся. Вот это 10. Спасибо, Господи. И две свечечки по 7. 54 получается. Thank you.
Подождите, сейчас подождите. Здравствуйте.